вибраторы вставлять. Мне и этот хватает. Всем привет! Это проект «Сбросить лишнее 4» от «Блокнот Волгоград». Участников стало заметно меньше. Сегодня очередное взвешивание на вылет. Мы узнаем, кто стал лучшим на этой неделе, а кто рискует покинуть проект. Сегодня на взвешивании отсутствует Николай Бударин, поэтому первым идет Михаил Башков. 109,7. Ксения Ганабобова. 94,5. Денис Захарченко. 122,9. Любовь Змеевская. 89,3. Елена Казурова. 109,9. Александра Кузнецова. 89,2. Андрей Резниченко. 110,7. Александр Цыганов. 112,7. Расскажи секрет успеха. Вчера был плюс, сегодня такой минус. Я выдохнул. Перед взвешиванием выдохнул. Вы не видели? Просто надо сильно так фу делать, и все, и сразу минус 3 килограмма. С Макдональдсом схема уже все, да, не работает? Конечно, уже на KFC перешли. Татьяна Соколова. 72 ровно. По состоянию здоровья я отсутствую. Делаем наши часы на ноль и встаем. 156,600. Ну, я так понимаю, у нас теперь это будет традиция на одной неделе. Лучший на следующей неделе уже номинация. Да, по сложившейся традиции будем из номинации в победителей и обратно. И новое лицо Татьяна Соколова, самая стройная участница нашего проекта. Татьяна, будете просить знакомых за вас голосовать? Да, конечно, обязательно. Нравится участвовать в проекте? Очень нравится вообще. Не устали, не надоело? Нет, не надоело. Мне очень нравится, потому что, в принципе, мне осталось всего лишь 6 килограмм сбросить, и как бы я все, готова уже уйти. Пока не готова, да? Пока еще не готова. Денис, ну вы сегодня завтракали? Нет, как всегда. Я же знаю вашу фишку, и не помогло, да? Ну, помогло, немного помогло. Но, тем не менее, вы снова здесь. Так бывает. Ну что, на этот раз будете просить знакомых? Думаю, да. Расскажите, что вы делали на этой неделе, чем питались? Упорные тренировки ежедневные, дорожка и питание. Питание все, как советует наш нутрициолог. Строго соблюдал, по часам ставил будильник, чтобы не пропускать. Вот и все. На следующей неделе снова, да, прибавите? Нет, ни в коем случае. Я же обещал Антону, он сказал, что мы вас оставили, там, доверяем вам. Я сказал, оправдаю надежды. Поэтому вот уже начал их оправдывать. Ну, я знаю, что вас поддерживала ваша дочь в голосовании. Конечно, дочь вообще, даже сейчас уже первым делом я ей написал, что я снова лучший из лучших, и она радуется за меня, говорит, папа, я знаю, что ты в любом случае победишь всех. Ну, Александр, за ваши достижения на этой неделе мы дарим вам подарок от сети аптек «Волгофарм». Классно. Спасибо большое.